Привет, друзья! Сегодня мы с вами делаем тарталетки, ведь они самый лучший вариант закусок для новогодней ночи. Порционные, с изобилием начинок, красивые, эффектные, они точно будут ярким украшением праздничного стола. Но времени на приготовление тарталеток, к сожалению, может просто не хватить, ведь к празднику нужно столько всего успеть, да и работу никто не отменял, а магазины тарталетки не все любят. Поэтому тарталетки из тостового хлеба, на мой взгляд, это отличный и быстрый способ сделать их своими руками. Эти тарталетки получаются хрустящие, не грубые, их размер вы можете подобрать на свое усмотрение, и делаются они очень быстро. Итак, готовим. Берем кусочек тостового хлеба и раскатываем его очень-очень тонко. Тостовый хлеб очень мягкий и легко раскатывается. Теперь вырезаем из этого листа хлеба кружочки. В качестве формы я использую стакан, его диаметр 7 см. Из одного листа хлеба можно вырезать два круга. Теперь формируем из каждого получившегося круга по краям волны или заломы и укладываем в формочки для запекания. У меня это металлические формы, и диаметр одной ячейки сверху 6 см, а дно 4 см. Формы ничем не смазываем, а вот хлеб по желанию можно совсем чуть-чуть смазать растительным маслом. Так заготавливаем все тарталетки и отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов на 7-8 минут. Затем их можно извлечь из формочек и еще минут 5-7 подержать в духовке. Тарталетки получаются хрустящими, ароматными и очень красивыми. По вкусу они подойдут к любой начинке или салату. Специально заполнила одну тарталетку начинкой, причем влажной начинкой, и оставила на время. Дно и бортики не размякли и даже сохранили немного хруст, ну а форму само собой. Надеюсь, что вам понравился этот способ быстро и просто сделать тарталетки из тостового хлеба. Делайте и делитесь в комментариях, что у вас получилось. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Желаю всем удачи в делах и приятного аппетита. Пока-пока!